Unity 3D Study.ru. Научитесь создавать игры. Привет всем! Как вы поняли, сегодня урок озвучивать буду я, Alan Nexus. X-Night пока не будет озвучивать уроки, но возможно он еще вернется. Сменился только диктор. Автор остался тот же. Так что за наполнение урока можете не беспокоиться. В предыдущих уроках вы познали самые азы, и я считаю, что этого достаточно, чтобы переходить непосредственно к практике. Сегодня мы начинаем цикл уроков, по окончанию которого мы создадим парусекундный ролик. Я еще до конца не решил, как сцена будет выглядеть. Но думаю, там будут присутствовать здания, персонажи, какой-нибудь автомобиль, а закончим все постобработкой. Добавим систему частиц, эффекты Lens Flare, Glow, ну по необходимости. Думаю, должно получиться добротно. По крайней мере у меня, а у вас навык придет с опытом. А также в конце урока мы рассмотрим создание карт нормалей в Photoshop. Начнем. Сегодня я покажу, как создавать здание. Мы будем рассматривать только каркас. Наполнение, я думаю, вы сможете сделать сами, если вы, конечно, смотрели предыдущий урок. Сегодня я познакомлю с модульным строительством, и так сказать, монолитным строительством, с помощью специальных архитектурных инструментов. Начнем с модульного метода, так как он ближе к теме предыдущего урока. Включим привязку к сетке и создадим бокс. Я решил сделать 8 клеток в длину, 1 в ширину и высоту 50 юнитов. Старайтесь сделать все точно, ибо если вы будете делать все на глаз, то конструкция у вас не сойдется. Переведем в editable поле и создадим выступы. Можно воспользоваться Swift Loop. Но как я уже говорил, лучше делать все точно. Так что выделим боковые грани и с помощью Connect создадим дополнительные грани и разведем их по бокам. Подстроим. Можно сделать выступы с обоих сторон, но мы из-за ненадобности сделаем с одной. Экструдом выдавим грани и с помощью чамфер скруглим края. Раскидаем материал с помощью материала ID. Перейдем в редактор материалов. Я заранее подготовил текстуры, диффузную и бамповую, для стены и процедурную карту Noise для выступов. Создадим два простых материала и один Multi Sub Object. Так получилось, что мои текстуры не бесшовные, и это можно легко исправить, нажав галочку Mirror в оси U, то есть по горизонтали. Справа от текстуры появится ее отраженная копия, и проблема исчезнет. Назначим текстуры в их канал. Диффузный цвет выступов должен сочетаться с основной текстурой стены. Я подобрал его с помощью пипетки. Карту шума в канал Bump, материал отступ. Настроим параметр Specular и глянец материала. Для карты Noise я выставил размер 1 и тип шума Turbulence для более четкого шума. Скопируем нашу заготовку несколько раз. В общем, у меня получилось 7 вариантов. Обязательно оставляйте вариант обычной стены, чтобы вам потом из модуля с окном не пришлось сделать обычную стену. Создадим модуль с дверью. Мы будем вырезать проем с помощью Boolean. Создадим бокс где-то 3 клетки длиной и настроим высоту. Ширину сделаем такую, чтобы она была больше ширины стены. Ставим бокс стену, выберем далее в Compound Objects Boolean и Pick Apparent.
Убедитесь, что у вас стоит галочка на Substraction A, B. То есть из первого тела вырезаем второе. На место выреза на плоскостях стоит ненужный Material ID. Поставим второй. По тому же принципу создадим несколько модулей с разными оконными вырезами. Теперь сделаем угловые модули. Мы могли бы в принципе сделать с помощью Edible поля, но это тернистый путь. Поэтому мы воспользуемся модификатором Symmetry, который, как нетрудно догадаться, делает объект симметричным. Перейдем во вкладку мира и изменим угол на 45 градусов по оси Z. В зависимости в какую сторону вы повернете, получится разный тип модуля. Сделаем оба. Ну а последний модуль – это обычная стена. Ну а теперь как лего, мы будем составлять по кубикам наше здание. Не забудьте включить привязку к сетке и вовремя разворачивать модуль. Если вы все правильно сделали с размерами, то проблем скорее всего не возникнет. Если же возникнет, то вы всегда сможете подредактировать нужный модуль с помощью Edible Poly. Данный способ хорошо подходит для игр, но у него есть и минус. Он достаточно требователен. Так что если вы вставляете в игру такое здание, лучше сделать, чтобы его можно было посещать. Здания, в которых нельзя войти, лучше не делать подобным образом. Также лучше здания составлять 3ds Max, объединять в единую сетку с помощью Attach и только потом экспортировать. Выделим первый этаж и скопируем его вверх. Заменим некоторые модули с помощью Align. В принципе, готово. Вам осталось лишь сделать модули для полов, или же сделать полы монолитными. Также сделать двери, окна, крышу и так далее. Если вы освоили этот материал, то вы справитесь. Теперь поговорим про монолитное моделирование этажей. Нам поможет примитив Wall. Настроим ширину и высоту. Перейдем в проекцию Top. Включим привязку, подобно рисованию шейпами, нарисуем первый этаж. We'll be right back.
модификатора Wall есть преимущество, что для создания окон и дверей не нужно пользоваться Boolean. Достаточно разместить примитивы типа Windows и Doors и сделать их дочерними стене с помощью цепи. И тогда в стене появится отверстие на месте окна или двери. Окна и двери уже изначально разбиты на материалы через ID. Попробуйте сами разобраться, присвоив окну материал Multi Sub Object с большим количеством разноцветных материалов. Также во вкладке архитектурных инструментов можно создавать растения, деревья. Они изначально без текстуры, но также разбиты по материалам. Думаю, вы также разберетесь сами. А также перила, у которых много настроек, позволяющих настроить их форму, размер и количество элементов. У Wall все-таки есть недостаток текстурирования. У модульных зданий оно в разы проще. А здесь у вас могут быть потянутости и прочие баги. Для таких зданий приходится делать развертки, а это сложнее, чем просто раскидать по материалам. Теперь переходим к созданию карт нормали. В прошлом выпуске я сказал, что этот плагин работает только на версии Photoshop CS4 и выше. Это неправда. Просто скачал не ту версию плагина, которая не подходила по разрядности. Скачиваем этот плагин и устанавливаем для нашей версии Photoshop. Загружаем картинку и заходим во вкладку Filters и убираем там фильтр во вкладке NVIDIA. Выскочит окно с настройками, в котором мы можем указать качество, чувствительность, отобразить по осям координат, а также посмотреть превью на плоскость. Также есть настройки, отвечающие за каналы RGB и Alpha. Но это, в общем-то, и все. Очень удобный и простой плагин. Пишите ваши мелкие интересные вопросы в комментарии или на наш электронный ящик. Ну и на интерактив все положили так что не буду опять говорить о интерактиве. Но если кто-то что-то сделает, пусть пришлет скрин на этот ящик. В следующем уроке мы поговорим о создании машин. В каком стиле еще не решил, но я склоняюсь к футуристике. Напишите в комментариях ваши идеи по поводу этой Адьос! Но последний модуль — это обычная стена. Ну а теперь как в лего, ёпт! Сейчас я покажу, как лечь. Как последний блядин, я вам ничего не покажу. Конец урока.